На территории 5 регионов СКФО проходит многодневная велогонка «Дружба народов Северного Кавказа». Сегодня участники велогонки приехали в Карачаево-Черкесию. На главной площади Черкесска стартовал 4-й этап. Эти традиционные соревнования проводятся ежегодно с 1993 года. Впервые многодневная велогонка «Дружба народов Северного Кавказа» стартовала в Майкопе по инициативе первого президента Адыгеи Аслана Джаримова. В соревнованиях принимают участие сильнейшие гонщики России, а также Республики Беларусь. В этом году впервые за последние 30 лет в соревновании принимают участие спортсмены Республиканской комплексной спортивной школы «Победа» Даниил Лежапеков и Мурат Баташев. Сегодня велогонщики направились в сторону Домбая. Финиш пройдет в Грозном 20 сентября. Общая протяженность этапов составит 1509 километров. Велоспортом занимаюсь с 2019 года. На велосипеде катаюсь, наверное, с самого детства. Очень рад поучаствовать в такой велогонке. Есть небольшое волнение, но я готов побороться, проехать дистанцию. Посмотрю, как что у меня получится. Я думаю, у меня все пойдет хорошо. В первую очередь набраться опыта, посмотреть на ребят. Хорошая конкуренция, соперники хорошие. Все мы друг друга знаем. Я очень рад, что такая гонка проходит в России, более на территории Карачаево-Черкесской Республики. Есть потрясающие горы, сложные маршруты, дистанции.